Здравствуйте, Оленька и Александр. Пролетел год в вашей супружеской жизни. Вы отметили ситцевую свадьбу, и мы решили сделать вам сюрприз. Помните, при нашем знакомстве для организации церемонии и чтобы узнать вас поближе, я попросила каждого из вас описать своего партнера и кратко рассказать об истории вашего знакомства. Вот и настал момент, когда я могу приоткрыть занавес и подарить вам несколько приятных минут воспоминаний. Уверена, что сегодня вы можете подтвердить каждое сказанное вами слово и, более того, добавить много-много новых важных и нежных слов в адрес друг друга. Мы надеемся, что вы еще не раз вернетесь на родину ваших романтических чувств и приятных переживаний. А мы вас ждем, чтобы отметить с вами очередной юбилей вашей совместной жизни. Приятного просмотра и до новых встреч! Дорогие друзья, я сегодня особенно волнуюсь, потому что два особенных человека, Ольга и Александр, исполнят свое самое заветное желание. Я приглашаю вас разделить с ними торжественную церемонию бракосочетания. Я хочу вас познакомить с ними, и чтобы сделать это предельно точно, воспользуюсь их же признанием. Итак, Ольга глазами Александра. Он познакомился с ней, как и знакомятся многие занятые молодые люди в рабочей обстановке. Она выделялась среди всех. Она просто затмила всех своей активностью и позитивом. Естественно, он не смог устоять против желания познакомиться с ней поближе. Узнавая ее лучше, Александр понимал, что с ней ему легко. И вдруг ему стало совершенно трудно переносить расставание даже на короткий период. Она стала для него самой нежной и трогательной. Он умилялся ее сентиментальностью, когда она не могла сдержать слез при просмотре фильма. Позже он стал восхищаться ее хозяйственностью и любовью к порядку. А еще чуть позже был удивлен, что они разделяют практически все хобби. И более того, как положено настоящая женщина, она обожает шопинг. Он добавил, что будет безмерно счастлив, если она станет его женой вот так. Александр глазами Ольги. Вначале их отношения носили шуточный, игривый характер. Но уже спустя 4 месяца она настолько потеряла от него голову и настолько была уверена в нем, что улетела с ним в Таиланд. Он человек, который лучше всех ее понимает, с которым ей комфортно, спокойно и всегда интересно. Он опора ее и продолжение ее. Великолепно ладит с Ольгой, в каком бы настроении она ни была. Именно он пробудил в ней ту женскую половинку, которая обожает ждать любимого с пирогом и вкусным ужином. Они разделяют все хобби, как я уже говорила, и одно из них – занятие спортом. Но здесь Александр превзошел Ольгу. У него personal trainer. Она уверена, что Александр – идеальный для нее тип мужчины. Ну, а это наверняка самое главное в жизни. Thank you.
горит закаты. Дай мне шанс подарить крылья, полететь с тобой к солнцу, распахнуть.